Доброе утро всем. Ну все, всех эстетов согнал в одну кучу. Вот они. Пиратская тематика. Рыцари. Вот они, все эти красивульные машины, все здесь. А на закуску вам я вам кое-что сейчас покажу. Вообще. Во, люди вытворяют. Это какие-то викинги. Викинги. Тут что у нас? Динозавры. Динозавры. Ковбои. Ковбои. Они не только заряжают. Я приехал в Scania Center поремонтироваться чуть-чуть тут. Тахограф отторировать. И попал. У них тут какой-то фестиваль. Вот индейская тематика. Ладно, что они и внутри тут исполняют. Кожа, можа, все вот это, стеганая кожа, кожаный пол даже, ё-моё. Ну давайте, вот это все, конечно, видео много не запилишь. Блин, музыку включили, до этого тихо было. Это мне красную дорожку сказали, заезжай, поделай свою. Сейчас кое-что вам покажу прям на закуску. Такого я даже на дороге. Это ладно, это вот у нас с мордашкой скамеечка двухцветная, такого вообще, с одной красной, с другой синей, тоже какие-то динозавры, вон сцепочка какая, соответственно все на хромье, на литье, это вообще просто огненно сделано, я сейчас ее вовнутрь, мне хозяин, ну, водитель открывал, весь на LED. Бам, красненький. Внутри сделан очень круто. Не знаю, что за праздник. Нету русскоговорящего, не могу понять. Знаешь, какой-то тут у них бутерброды, фигоды. Я не успею, мне машину сделали. Все, я поехал отсюда. Но я залез, она как будто новая. Может, по красной дороге будет выезжать. Она безномерная, она, скорее всего, вообще новье. Так что как-то вот так. Пиво будут наливать. Покататься можно. Вот так в сервисе в Германии Scania Center праздники отмечает. Тут сосиски пожарят, поедим. Вот так вот, столики, пивка побьем. Данке, шеф. Это, steht da vorne, ne? Окей.